В течение ближайших 2 дней Республика Беларусь вступит в войну с Украиной на стороне Российской Федерации. Решение принято руководством Белоруссии. Лукашенко принял решение, несмотря на сопротивление со стороны рядовых военных и жителей, простых белорусов. Народ бросают в кровавую бойню. Ведь Украина показала, что будет уничтожать всех, кто придет на нашу землю. Белорусов никто жалеть не будет. Они нигде не воевали, не имеют боевого опыта, непонятных им причин вообще для этой войны. Белорусский народ станет пушечным мясом на территории Украины. Такого сценария нельзя допустить. Почему белорусы должны расплачиваться за действия Путина и Лукашенко? За этих стареющих вурдалаков, которые хотят кинуть в мясорубку войны молодых и сильных. Это не ваша война. Все белорусские солдаты должны отказаться воевать в Украине. Пусть Коля Лукашенко воюет. Пусть воюет его сын. Почему он должен наслаждаться жизнью, огромными наворованными деньгами, а вы должны идти воевать и погибать за что? За кого, белорусы? Белорусские матери и жены, вы должны спасти своих мужчин. Не отправляйте их на войну. Выходите на акцию протеста. Пишите в соцсетях, говорите знакомым. Делайте что угодно, лишь бы белорусских мужчин не убили на нашей земле. Белорусы никогда не были оккупантами. Не становитесь ими и теперь.